Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура после стрельбы в школе в Казани. Как передает канал 13 со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам во вторник руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. Утром 11 мая в школе номер 175 в Казани вооруженный человек пришел и открыл стрельбу. По данным ТАСС, нападавших было двое. Одного из них, 19-летнего подростка, задержали, сообщал президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. Второго позднее убили спецслужбы, сообщало российское агентство со ссылкой на источники. В Национальном антитеррористическом комитете подтвердили, что нападавший был один. По последним данным, в результате стрельбы 8 человек погибли, 20 пострадали. В МВД России сообщили, что после стрельбы в школе в столице введен режим контртеррористической операции. Во всех школах города отменены занятия второй смены. Главное управление МЧС России по Татарстану открыло телефон горячей линии для оказания психологической помощи.